זוכרים מקום כזה שאלוהים אומר למשה שכל בן אדם שנולד הבחור צריכים לבדוד אותו. Вы помните то место, которое Господь, через, где Господь говорит Моше, что каждый первородный мужского пола его нужно отдать Господу, выкупить. И до сих пор это происходит, выкуп первородного мальчика, даже несмотря на то, что уже у нас нет храма. То есть приходят и платят деньги за первого сына. ואז השאלה שנשאלת, למה זה קורה בכלל? למה צריך פתאום לבדוק את הבן הבחור? И тогда я задаю себе такой вопрос, зачем нужно давать выкуп за первого мальчика, который родился в семье? הדבר שני, השאלה השנייה שאני שואל. И второе, что я хочу спросить, это второй вопрос мой. אתם זוכרים שבאיזשהו שלב אלוהים בוחר שבט לוי במקום הבחורות? Вы помните, что на каком-то этапе Бог выбирает колено Левина вместо первородных младенцев? И в принципе в численном соотношении оно было примерно одинаково. И он выбирает колено Леви и говорит, что теперь вы будете мне служителями. Я хочу сегодня ответить на эти вопросы, почему это происходит. Есть связь достаточно сильная с недельной главой Трума. אתם יודעים שלבן אדם שהוא היה בחור, היה לו באמת תפקיד במשפחה. Вы знаете, что у первородного мальчика была должность определенная в семье. הבחורה זה היה משהו חשוב לבן אדם. Это избрание первородства было очень важно для человека. כי הוא גם היה מקבל כפול מהברכות של האב. Потому что, во-первых, он получил двойное благословение своего отца и на словах, и в наследстве, и в денежном соотношении. И говорят, что первородный сын, он был ответственен за духовность в своей семье. Это одна из причин, почему Яков מנסה לקנות וקונה כאילו את הבחורה מישראל. И это одна из причин, почему Яков пытался и в конце концов выкупил первородство у своего брата Исава. זוכרים את הסיפור על זה? Вы помните эту историю? הוא קונה בחורה מישראל, כי ישראל לא היה אחראי. Он покупает первородство у своего брата Исава, потому что Исав не был достаточно ответственен. כי כל הרוחניות לא היה אכפת לו כל כך. Духовность была для него пустым звуком. הוא היה אוהב מאוד את החיים פיזיים, ממשיים, לצאת, ליהנות. Ему нравилась его земная физическая жизнь, ему нравилось выходить, развлекаться, гулять. אבל ליעקב היה מאוד חשוב את הבחורה. Но для Якова было очень важно духовность и избранность. לזכור את מה שאבות לימדו אותו. Ему важно было помнить то, о чем учили отцы. ואז הוא קונה את הבחורה שלו. И тогда он покупает у Исава первородство. הוא גם מקבל ברכה אחרי זה מהאב. Потом он получает благословение отца после этого. למרות שהוא יוצא לעיר אחרת בלי כלום. לא קיבל שום כסף. Несмотря на то, что он идет в чужую землю без ничего, он не получил наследство, он не получил деньги. אבל ברכה זה הרבה יותר חזק מסתם כסף. Благословение намного сильнее и важнее, чем деньги в тот момент. ואז בעצם הבחורה הייתה מאוד חשובה, והבחורים היו משתמשים או משרתים בתור כהנים בבית שלהם. И поэтому первородство это было чем-то очень важным, и первородные сыновья были как служителями, священниками в своем доме. Мою я хочу, чтобы они были макривим корбанот. Возможно, они даже приносили жертвы. А за я им охрают. У них была большая ответственность. Вас питом или ему мэр, а в хорим лоцари, он не как это левин. И на определенном этапе Бог говорит, а мне больше не нужны первородные сыновья, я избираю колено Левина. Да, Малевия, я только в Мюхад, Мао Сабихла. Что было особенного в колене Левия? Что было особенного в самом Левии? Загам Шилак Дула, Лама Элуим Усед. Это большой вопрос, почему Бог так делает. А в Альделе Алинедзе, אני רוצה שאנחנו נדבר על שלושה דברים. Для того, чтобы понять это, я хочу, чтобы мы поговорили про три вещи. זה בעצם הנתינות של העם
שהיו קיימות בעם. Это привычки. Да, натянут, натяна, может, оно тен, румот. Это деяния народа, которые существовали в то время. Возаю шлоша суги мы карим. Были три вида деяний. Хадзая матанот рашим, обипурим, машинекра. Первое было, это первые плоды, которые давали. Давара шини зая маасер. Второе было десятина. והדבר השלישי זה הייתה תרומה, שהיום קראנו על זה. И третье пожертвование, о котором мы читали сегодня. וכל אחד הוא מאוד מיוחד. И каждый был очень особенным. ויש ממש הבדל ביניהם. И между ними есть разница. כי אנחנו הרבה פעמים מדברים שזה כל אותו דבר, אתה נותן וזהו. Мы часто говорим, что все то же самое, ты даешь, и на этом все заканчивается. אבל המשמעות של כל אחד מהם מאוד מאוד שונה. Но смысл каждого из этих даяний отличается друг от друга. אני רוצה שאנחנו נקרא מספר דברים פרק 26. Я хочу, чтобы мы прочитали из Второзакония 26. זה בעצם מקום שבן אדם הגיע לארץ ישראל. Это место, когда когда народ пришел в Ханаанскую землю. ואז הוא מגדל פה פירות שלו, אולי צום. И тогда здесь он выращивает свои плоды, может быть, даже и стадо. И тогда ему нужно принести свои главные дары, первые плоды. Я хочу сразу на русском языке прочитать это место писания. Второзаконие, 26 глава. Когда ты придешь в землю, которую Господь Бог твой дает тебе в удел, и овладеешь ей, и поселишься в ней, то возьми начатков всех плодов земли. То есть начатки — это первые плоды, которые ты получишь от земли твоей, которую Господь Бог твой дает тебе. И положи в корзину, и пойди на то место, которое Господь Бог твой изберет, чтобы пребывало там имя Его. И приди к священнику, который будет в те дни, и скажи ему: сегодня исповедую перед Господом Богом твоим, то я вошел в ту землю, которую Господь клялся отцам нашим дать нам. Священник возьмет корзину из руки твоей, поставит ее перед жертвенником Господа, Бога твоего. Ты же отвечай и скажи пред Господом Богом твоим: отец мой был странствующий арамеянин, и пошел в Египет, и поселился там с немногими людьми. То есть он пересказывает всю историю. И 9 стих: и привел нас на место сие, и дал нам землю сию, землю, в которой течет молоко и мед. Итак, вот я принес начатки плодов от земли, которую ты, Господи, дал мне, и поставь это перед Господом Богом твоим, и поклонись перед Господом Богом твоим, и веселись о всех благах, которые Господь Бог твой дал тебе и дому твоим, ты и левит, и пришелец, который будет у тебя. Аз адли помаш анахну корим, зе эсбер аля матанота ришонот, аля пирота ришонот. До этого места, то, что мы читаем, это объяснение о первых плодах, о первых дарах, которые Бог дал. Ма бэцем амашмаут шель нетина апэрот аришонот. В чем смысл давать первые плоды? Ма тем хошвим? Что вы думаете? Это благодарение Богу за то, что Он дал нам первые плоды в обетованной земле. Еще есть мысли какие-то? Сима на то, что первенец Ишуа, первенец из мертвых воскрес. Ну, залем на Ишуа Бога. Аз матанота решонот, а пирота решонот. Первые плоды или первые дары. Аз машмау челаем, кмоше Макса Мар за удая. Главный смысл, как сказал Макс, благодарение Богу. А вот зелера кодая. Но это не только благодарение. За этим бы надам умер, они мы вин, шаколь бы улям азе, шаях ле Элоим. Это когда человек говорит: я понимаю, что все в этом мире принадлежит Богу. Коль маши Элоим нотен, за коль мимену. Все, что Бог дает, и все от Него. Ле 10%, ле 20%, или коль маши ешли за коль мимену. Не 10 и не 20%, но все, что у меня есть, принадлежит Богу. Вас бы дадзе умер, Элоим уви и ви отили арец. Поэтому он говорит: Бог привел меня. Он натан ли по шалом, он натан ли это адама. Он дал мне здесь мир, он дал мне эту землю. То есть все, что человек получил здесь, все его первые плоды, все стада, весь скот, все, что он получил на этой земле, все абсолютно принадлежит Богу.
То есть 100% того, что есть у человека, принадлежит Богу. И то, что мы прочитали сегодня, когда Ицхак говорил, было написано там, как говорил Давид. В 29 главе, в 19 стихе. С первой параллели упомянул. От тебя все, и от руки твоей получено, мы отдали тебе. Мараколь мимха, ванахну нотним леха, эт ма шешаях леха. Он говорит, все получено от тебя, и мы тебе просто возвращаем то, что ты дал нам. Вас бы пасук 16 омер. И потом в 16 стихе он говорит. Омер, коля дварим ма шанахну асафну. Он говорит, все, что мы собрали. Коль ма шееш лану, ве коль ма шанахну нотним. Все, что у нас есть, и все, что мы даем. Омер, коль зе ба миаят шелха, ве коль зе шаях леха. Он говорит, все приходит к нам от твоей руки, и все принадлежит тебе, абсолютно все. Вас, чтобы на дам ая нотен, бецем, это пирота решонот, это хелик атхалати. И когда человек дал первые плоды, свой первоначальный взнос, אז בצורה כזאת הוא היה מודה לאלוהים שהוא מבין שהכל שייך לו. таким образом он благодарил Господа, понимая, что все принадлежит ему. והוא בעצם בצורה כזאת שהוא נתן, הוא יכול להשתמש בכל השאר. и таким образом, когда он дал, он может использовать все остальное, что есть у него. אז כלומר, מתנות הראשונות או פירות הראשונות, זה הודיה לאלוהים שהכל שייך לו. то есть первые плоды или первые дары – это благодарение Богу за то, что все принадлежит Ему. אבל מה קורה בקשר למעשר? ну что же по поводу десятины? האם זה גם אותו דבר? является ли десятина тем же самым? אני רוצה שאנחנו נקרא, נמשיך לקרוא בפסוק 12. я хочу, чтобы мы продолжали читать второзаконие 26 глава 12 стих. когда ты делишь все десятины, произведение земли твоей в третий год, год десятины, отдашь левиту, пришельцу, сироте и вдове, чтобы они ели в жилищах твоих и насыщались, тогда скажи перед Господом Богом твоим, я отобрал от дома моего святыню, отдал ее левиту, пришельцу, сироте и вдове, во всем повелении твоем, которое ты заповедовал мне, я не приступил заповеди твоих и не забыл, я не ел от нее в печали моей, и не одеял ее в нечистоте, и не давал из нее для мертвого. Я повиновался глазу Господа Бога моего, исполнил все, что ты заповедовал мне. Презри от святого жилища твоего с небес, и благослови народ твой Израиля, и землю, которую ты дал нам, так как ты клялся отцам нашим, дать нам землю, в которой течет молоко и мед. По ешь гам... עבודה של בן אדם ועבודה וחלק של אלוהים. И здесь есть работа человека и часть Бога. כלומר, הוא אומר, אני עשיתי את הצד שלי. То есть он говорит, я свою часть выполнил. אבל עכשיו אתה תתחיל לברך אותי. А теперь ты начни благословлять меня. יש את הצד של אלוהים שהוא צריך לעשות. Есть часть Бога, которую Бог должен сделать. אתם זוכרים את הסיפור על יעקב? Вы помните историю про Якова? אומר, אם אתה תיתן לי 1, 2, 3, 4, אז אני אתן 1, 2, 3, 4. Он говорит, если ты сделаешь мне 1, 2, 3, 4, тогда я тебе прощу 1, 2, 3, 4. כלומר, כשאנחנו מדברים על מעשר, זה נקרא שותפות. То есть, когда мы говорим про десятину, это означает партнерство. Есть хелек шелха и хелек шел Элоим. Есть часть моя и есть часть твоя, Господь. Там видим, что аю мы шальмим мисим ли мелех. Вы знаете, что когда отдавали царю налоги, זה היה מעשר. Это была десятина. והמלך היה צריך להגן על העם וללחם נגד האויבים. И в свою часть царь исполнял тем, что он защищал свой народ и сражался с врагами. ואז בעצם העם היה מוגן, היה שלום. И был в мир в своей стране, и народ имел над собой защиту царя. ואז הם היו נותנים לו מעשר. И они ему тем самым давали десятину. זה היה שותפות. Это было партнерство. אז מעשר, כשאנחנו מדברים על מעשר, זה שותפות. И когда мы говорим про десятину, это означает партнерство. ברור שהכל שייך לאלוהים מצד אחד. Понятно, что с одной стороны все принадлежит Богу. וכשאני נותן מעשר לאלוהים, או שאני מקבל נגיד כסף או משכורת. И когда я отдаю десятину Богу, когда я получаю деньги откуда-то или зарплату постоянно. אז מצד אחד, כמו שדיברנו על פירות הראשון, הכל שייך לו. С одной стороны, когда мы говорили про первые плоды, мы понимаем, что все принадлежит Ему. כשאנחנו מדברים על מעשר, אני נותן 10%. Но когда мы говорим про десятину, то я отдаю со своей зарплаты 10%. כי אני אומר,
Ine, a chelek sheli, ani itamatsti, ani avadti. Я говорю, это вот моя часть. Я приложил усилия, я работал. Aval ata Elohim natata li koach la'asot etze. Но ты, Господь, дал мне силу сделать это. Ata matzata li avoda nechona. Ты мне приготовил правильную работу. Az yesh po shutafut. И поэтому здесь есть партнерство. Ve 10% ze ore rak mashu simli. И возможно 10% это нечто символическое. Aval eta ma'aser haze Elohim haya noten achar kach lemishartim shelo. Но потом эти 10% эту десятину Господь отдавал своим служителям. Zde my vidim eto hevdel ben pirot harishonot lebein ha'aser. Вы понимаете разницу между первыми плодами и десятиной? Echad ze havana she'hakol sheyach le'Elohim. Первое это понимание, что всё принадлежит Господу. Ve'hadavar sheni ze ha'shutafut. А второе это партнёрство. Anachnu notnim et ha'10% ki anachnu ve'Elohim shutafim be'yachad. Мы отдаём 10%, потому что я и Бог мы партнёры. Takshivu im atem hayitem shutafim im mishu. Подумайте, что если бы вы работали с кем-то в партнёрстве. Vaz pitom ata mekabel et ha'revach, ve'atomer ma pitom, lo noten lecha klum. И вдруг ты получаешь прибыль с проекта, и ты говоришь, я всё забираю себе и не отдам своему партнёру. Nachon sheze betzedek, lo betzedek. Понимаете, что это несправедливо. O hafuch, o ha'shutaf shelachem haya lokeach hakol, ve'lo haya mashir lachem klum. Или наоборот, ваш партнёр забрал всю прибыль и не дал вам ничего. זה מעשר שלנו. Это наша десятина. אז כשאנחנו לא נותנים אותו. Когда мы не отдаем ее. אז אנחנו בעצם אומרים, אלוהים, אתה לא שייך. Мы говорим, Бог, тебе здесь ничего не принадлежит. אז זה בעיה גדולה. И это большая проблема. ודבר השלישי זה תרומה. И третье это жертвоприношение. ותרומה זה לא קורבן. Жертвоприношение это приношение это не жертва, это не Тома тума за нетина. Это даяние, это не жертва. Ве маше трума метаэрет за кол мине сугим. Ze yachol leyot gam otam perot harishonot, ze yachol leyot gam suk shel ma'aser. И жертва и приношение это может быть и первые плоды и десятина, это может быть разные виды даяния. Это ממש מאוד מורחב. Это очень расширенное. Aval amon psukim medabrim she'Elohim omer al truma, u medaber al hachi tov. Но когда во многих местах Писания Бог говорит про даяние, то он говорит про самое лучшее. Omer tivchar et hachi tov she'yesh lecha. Он говорит: "Выбери самое лучшее из всего, что у тебя есть". תבחר את הכי טוב מהראשונות שלכם. Выбери из своих первородных стада самое лучшее. כלומר, זה הכי מובחר שיש, תיתן לי. То есть самое лучшее, что у тебя есть, именно это отдай мне. תיתן את זה מהלב. И дай это от всего сердца. ומצד אחד זה סוג של מצווה. И с одной стороны это заповедь. מצד שני זה גם חובה. С другой стороны это обязательство. אבל אתם יודעים משהו מיוחד. Вы знаете, что особенно? Что коля шлоша дварим аэлю. Что все эти три вещи? Для коля хан мем кашур пол мусуям. Для каждой из этих вещей есть определенное действие. Пол мусуям, что Тора мы таэрет. Определенное действие, которое описывает Тора. Кломар, им анахну мы дабрим аль пирот аль шонот. Например, если мы говорим о первых плодах. Аз мечтаемшим бы пол для ави. То мы, здесь говорится про глагол, про три различных глагола. То есть, когда мы говорим про первые плоды, есть используется глагол принести. Кломар, тави, тави, ивию, явию. Принеси, принесут. Кшанахну вегам мечтамшим лифаамим, кшемедубар мамаш аля пхурот, аз мечтамшим ба шорешель кадешли. И когда мы говорим про первородных и сыновей, то используется глагол посвяти, посвятить. אז זה מאוד חשוב להבין את הפועלים האלה. Очень важно понять эти глаголы. כשאנחנו מדברים על המעשר, когда мы говорим про десятину, תמיד משתמשים בפועלים לתת ולקחת. Мы говорим, используем глаголы дать и взять. Elohim אומר, אני לוקח את זה מבני ישראל. Бог говорит, я беру это от сынов Израиля. ונותן ללוי. И даю это сынам Леви. כלומר, לתת ולקחת זה קשור רק למעשר. То есть дать и взять связано только с десятиной. וכשאנחנו מדברים על תרומה, а когда мы говорим про приношение, אז משתמשים בפועל של הרמה, להרים. То мы используем глагол поднять, вознести. אבל גם בגלל שתרומה זה קשור להמון דברים שונים. Но из-за того, что приношение связано с другими вещами, אז לפעמים אנחנו גם רואים שורשים של קדש,
Когда мы используем и такие глаголы, как дать и посвятить. Почему я вообще затеял тему глаголов? Потому что три этих даяния, первые плоды, десятина и жертвоприношения связаны с... Бехурим, связаны с первыми леви, сынами, с левиями бекуаним. И со священниками. Кшая мы говорим о бехурим, а зают срихим леави отам, о лекадеш отам. Когда мы говорим про первородных сыновей, то нужно было их принести и посвятить. Кшая мы дубара ле леви, а зают срихим латет отам. И когда говорилось про, про леви, то им нужно было дать. Элуим омер, титен ле леви, тиках леви. Он говорит, дай сыновьям Левины и возьми от них. וכשאנחנו מדברים על הכהנים, זה דבר הכי מובחר בין הלוויים. А когда мы говорим про священников, это было в колене Левиим и избранные люди. ושם ממש ממש הרבה אנחנו משתמשים גם בפועל של קדוש, קדושה. И там мы очень часто используем глагол святить или святость. ואז אני עכשיו, כשיש לנו הבנה של הדברים האלו קשורים, и когда сейчас у нас есть уже понимание того, как связаны все эти вещи между собой. А за ним этим шоэль, лама Элуим я царих ляхлиф это хурим. И тогда я задаю вопрос, зачем нужно было Богу заменить первородных сыновей на колено Леви? О лама адайом анахну мешальмим пидьон. И почему мы до сих пор даем выкуп за наших первородных сыновей? Кибиглальше бахурим замуот кашур лепирот аришоном. Потому что первые сыновья, они напрямую связаны с первыми плодами. Это все шаях лэлоим, это не шаях лану. Все связано, все отдано Богу, все ему принадлежит. Вот что бенадам нолад, макдишим ото, о шо у квар кадош, беглан шо у решон. Когда человек рождается, его посвящают, или он уже святой, потому что он первый. ואז בעצם מה שצריך זה רק להביא אותו לפני אלוהים. И то, что нужно, тогда просто привести его и поставить перед Богом. הבחור, הוא כביכול, אולי היה מאוד רוצה לשרת במשכן. Первородный сын, возможно, очень сильно хотел бы служить в скинии. ולעשות עבודה של לוים, של משרתים. И делать работу левитов и священников. זה היה מאוד נכון, כי הוא כאילו נציג של המשפחה. Это было бы очень правильно, потому что он являлся представителем семьи. כל אחד שולח את הנציג שלו ויש נציגות במשכן. Каждый из семьи посылает своего представителя, и есть целое представительство в скинии. אבל זה לא נכון, כי הבחור לא שייך למשפחה. Но это неправильно, потому что первородный сын не принадлежит своей семье. הוא שייך לאלוהים. Он принадлежит בגלל שהוא בחור. Потому что он первородный. והיו משלמים בשבילו כסף. И за него платили деньги. כי את כל הבחור אתה צריך להביא קורבן לאלוהים. Потому что за каждого первородного сына тебе нужно было принести жертву Богу. Но, а הראשון הוא צריך להיות קורבן, ממש קורבן פיזי, צריך להקריב אותו. А то есть каждый первородный у тебя должен был быть жертвой Богу. אם זה היה מישהו מבעלי חיים, היית צריך להקריב אותו. Если у тебя родился первородный в стаде у животного какого-то, то его нужно было принести в жертву. נגיד החמור זה חיה לא קשירה. Например, осел не является кошерным животным. Невозможно было осла первородного принести в жертву. Поэтому его заменяли или денежным жертвоприношением, или брали другое животное. И то же самое с человеком. Понятно, что нельзя было принести в жертву человека. А за это царих ликнуть ото, ляхлиф ото бакесов, ляби лейлуим. Его нужно было заменить денежным приношением и эти деньги принести в храм. Вот такша вашила. И вот такой вопрос. Ма ютер тов ле мишкан ацмо, ле шерут лейлуим. Аим, кшакол шаях ло, ואף אחד לא עושה שום עבודה, אלא אלוהים שולט על הכל, או שיש שותפות. Что лучше для Бога, когда есть партнерство и служат его скинии, или Бог сам делает всю работу? השותפות היא הרבה יותר טובה. Партнерство намного лучше. בגלל זה אלוהים לוקח לוי, כי זה סוג של מעשר, זה סוג של שותפות.
Потому что поэтому Бог избирает колено Левина, потому что это является как бы десятина и партнерством. Они были представителями всего народа. ואומר, אני רוצה שבבית, בבית המקדש שלי תהיה שותפות. И он говорит, я хочу, чтобы в моем храме было партнерство. אני שוכן בעם, אני פועל בעם. Я пребываю в них, и я действую в них. אבל אתם חייבים גם לעשות דברים. Но вам также нужно сделать что-то. אתם גם צריכים לשרת ולפעול. Вам нужно действовать и служить. ולמה אני מספר את כל הדברים האלה? Почему я все это вам рассказываю? כי כל אחד מאיתנו אנחנו משרתים. Потому что каждый из нас является служителем. ואלוהים הוא רוצה שותפות שלנו. И Господь хочет наше партнерство. הוא רוצה שותפות שלנו בעולם הזה. Он хочет наше партнерство в этом мире. תאמינו, הוא הכל יכול לעשות לבד. Поверьте мне, что он все может сделать сам. אבל משום מה הוא נותן לנו הזדמנויות. Но он дает нам возможности. משום מה הוא בחר בזמנו את אברהם ואמר, אתה תהיה אור לגויים. В свое время он выбрал Авраама и сказал, ты будешь светом для язычников. У Бахар Баам Исраэля Харка. У Бахар это Машиах. Народ израильский, потом он избрал Машиаха. אומר, אני רוצה שותפות. Он говорит, я хочу партнерство. היום כל אחד מאיתנו יתחבר דרך ישוע. Каждый из нас сегодня присоединился к одному телу через Иешуа. אבל יש עוד המון אנשים שלא עשו את זה. Но есть еще очень много людей, которые этого не сделали. יש עוד המון אנשים בעולם שלא מכירים את אור של אלוהים. Есть очень много людей в этом мире, которые не знают свет Бога. אלוהים אומר, חבר'ה, אתם שותפים שלי. И Бог говорит, вы мои партнеры. אני רוצה שאתם תתחילו לפעול. Я хочу, чтобы вы начали действовать. שיהיה לכם מודעות, אני עושה את העבודה, אבל גם אתם צריכים לעשות את העבודה. Чтобы у вас было это осознание, что я совершаю работу, но также есть и ваша часть. לכל אחד מאיתנו יש חובות שלנו. У каждого из нас есть свои долги. וכשאנחנו לא עושים את זה, אלוהים ישאל. И когда мы этого не делаем, то Бог спросит с нас. כי אתה בעצם כאילו גונב מהשותף שלך. Потому что ты крадешь у своего партнера. לא סתם אנחנו קוראים המון, כשאלוהים אחר כך שואל, מה הבאת? מה עשית עם מה שנתתי לך? Не просто так мы читаем потом очень часто в притчах, когда Бог говорит нам, что ты сделал с тем, что дано тебе. היו לך מתנות כאלו ואחרים. У тебя были такие-то и такие дары. למה לא השתמשת? מה עשית איתם? Почему ты не использовал их? Что ты с ними сделал? אתם יודעים שאנחנו אולי נדבר על זה בהמשך. Возможно, мы поговорим об этом в будущем. אבל יש שני משפטים. Но есть два вида суда. אחד זה לאנשים שלא מאמינים. Один суд для неверующих. שאלוהים ישפוט אותם לפי המעשים שלהם. Когда Бог будет судить их по их делам. ואנשים מאמינים לא באים למשפט הזה. И написано, что верующие на этот суд не приходят. אבל יש גם משפט לאנשים מאמינים. Но есть также еще суд для верующих. כשאלוהים ישאל, מה עשית? Когда Бог спросит тебя, что ты сделал? איך בנית את מה ש... נתתי לך. Что ты устроил с тем, что я тебе дал? אתם זוכרים, כתוב בקורינתים, היו כאלו שבנו מזהב, היו כאלו שבנו מקש ומכסף ומכל מיני דברים. Помните, что в Коринфянах написано, были те, которые строили из золота, из серебра, из пепла, из соломы. הוא אמר, אתה תיוושע. Он говорит, ты спасешься. לא מדובר על ישועה פה. Здесь не говорится про спасение. מדובר על מה עשית. Здесь говорится про то, что ты сделал. האם קיימת את השותפות שלך? Если ты был верным партнером в своем партнерстве. Может, ראית מה קורה מסביבך וסגרת את העיניים. Или ты просто видел, что происходит вокруг себя и закрывал глаза. Элоим ידרוש מכל אחד מאיתנו. Бог будет требовать от каждого из нас. אז אני רוצה באמת להתפלל. Я хочу помолиться. אנחנו נוכל להבין את הדברים האלה. Чтобы мы могли понять эти вещи. שהכל שייך לאלוהים. Что все принадлежит Богу. ואנחנו שותפים איתו. А мы его партнеры. גם בדברים שאנחנו מקבלים וגם במעשים של אמונה שלנו. И в тем, в том, что мы получаем от него, и в действиях нашей веры. פה אנחנו נקום ונתפלל. אבא, אני מודה לך עבור דבר שלך. Отец наш, я благодарю тебя за твое слово. אני מבקש, תעזור לנו להבין.
שהכל שייך לך בעולם הזה. Помоги нам понять, что все принадлежит тебе в этом мире. כל מה שאנחנו מקבלים, את העבודה שלנו, וכסף שאנחנו מקבלים. Все, что мы получаем от тебя, работу и деньги, на которые на этой работе. הילדים שנולדים לנו. Наши дети, которых ты дал нам. זה הכל שלך. Все твое. כי אתה יכול לשנות את זה בצ'יק. Ты можешь изменить все в мгновение ока. ואנחנו מבקשים שתלמד אותנו להודות לך על זה. И мы просим, чтобы ты научил нас благодарить тебя за все, что ты дал. שבאמת הדבר הזה, ההבנה הזאת, תתגשם בחיים שלנו. Чтобы это понимание, твое слово исполнилось в нашей жизни. אנחנו מבקשים להיות שותפים טובים. Мы просим быть хорошими партнерами для тебя. שותפים נאמנים. Верными партнерами. גם במה שאתה נותן. И в том, что ты даешь нам. וגם במעשים רוחניים. И также в духовных действиях. כי יש המון עבודה מסביב. Потому что вокруг много работы. תעזור לנו לא לפחד. Помоги нам не бояться. תעזור לנו לדבר את הדבר שלך עם אומץ. Помоги нам с дерзновением говорить твое слово. תחזק אותנו, כי אנחנו זקוקים לזה. Укрепи нас, потому что мы нуждаемся в этом. אנחנו רוצים להיות שותפים. Мы хотим быть твоим партнером. תעזור לנו להביא המון פירות. Помоги нам принести много плода. בשם ישוע משיח. Во имя ישוע משיח. אמן. אני רוצה להתפלל עם תפילה כהנים. Я хочу благословить вас благословением священников. יברכך אדוני וישמרך. יאר אדוני פניו אליך ויחונך. ישא אדוני פניו אליך וישם לכם שלום. שבוע טוב ותהיו מבורכים. שבוע טוב, שבוע שלום. אמן.